Всем привет! В этом видеоуроке я бы хотела разобрать одну из работ своей ученицы с курса «Реализм». На курсе я учу рисовать вот такие шикарные портреты. Даже если вы никогда не рисовали, либо у вас нет планшета, неважно. Можно рисовать на телефоне, на андроиде или на айфон. Поэтому курс подойдет всем, даже новичкам. Ученица тоже новичок в этом деле, поэтому у нее возникли некоторые вопросы. Допустим, как из этой работы сделать вот такую работу. И в этом видеоуроке я покажу, как это можно сделать буквально за 5 минут. Это очень красивый арт. Тут проработана хорошо и кожа, и фон, и волосы. В принципе, придраться не к чему, но есть одна маленькая деталь, которая сделает этот арт еще круче, ярче и интереснее. Нужно просто добавить еще золото. Еще золотых бликов. То есть на новом слое мы нажимаем добавить, меняем слой наложения, берем эту кисть, допустим, возьмем кисть скетч, вот такой оттенок, и начинаем прорисовывать очень красивые золотые блики. Почему-то многие не рисуют их, вот они рисуют до такого состояния арты, а дальше нет. То ли боятся вот таких красивых бликов, то ли, не знаю, может, мне нравится. Но смотрите, как уже картинка засветилась, засияла. То есть мы просто добавляем золото, и она уже сияет. Вообще, красота получается. Просто на новом слое добавляем слой наложения, и все. И у нас получается шикарная, яркая, красивая работа. Можем даже вот так сделать, какую-нибудь выбившуюся прядь, здесь вот так, нежнятинку. И можем взять кисть мультик и вот так еще больше подчеркнуть красоту и золото. То есть арт, он в принципе смотрится без этой золотой проработки, но вот такое ощущение, что чего-то не хватает, чего-то такого более яркого, интересного, красивого. И многие боятся ставить, подумают, что слишком ярко будет. Если у вас получается слишком ярко, просто убавляете непрозрачный слой. Все. Но обычно бликов много не бывает. И яркость, наоборот, добавляет красоты. Вот именно такие золотые блики на слое с наложением. Они прям круто подчеркивают все вот эти нюансы, все яркие части. Вот даже розы начинают сиять золотым цветом, кожа тоже. Вот здесь можно так вот подсветить. Так как у нас свет здесь падает, можно здесь взять мягкую кисть, пройтись вот так. Вот так, немножко. Но это не обязательно. По желанию. И кистью скетч доделать то, что мы не доделали. Вот так. Либо кистью мультик. Обычно я использую кисть мультик для кожи, кисть скетч для волос. Получается мега круто, шикарно, ярко и интересно. Именно вот эта проработка отличает мой стиль, потому что без вот такой проработки арт не будет похож на мой стиль. Но если вам нравится, как я рисую, и вы хотите также рисовать, то вам необходимо освоить, не бояться этих золотых бликов и золотой проработки. Вот. Золотых ярких. Потому что именно они делают изображение интересным. И на новом слое я могу сделать кистью сияния еще красивее, еще, казалось бы, куда больше. Я беру белый цвет и вот так вот блики объединяю. Вот. Получается невероятная красота, сияние. Вот. И также можно сзади поставить кое-какие блики.
Я это сделаю на новом слое, чтобы, если что, подтереть. Допустим, вот такой цвет беленький. Даже можно белый взять сразу. Так вот сделаю, и ненужное сейчас сотру. То, что у нас попало на арт. Просто золото получается. На слой золотой проработкой также мы можем мягкой кистью подсветить именно вот золотым, чтобы арт прям вот так вот засиял. Это не обязательно, но мне хочется сделать что-то из этого арта, что-то прям бомбическое. И получается вот такая красота. Сохраняем. Делиться, джпэк. И все. Работа у нас сохраняется в галерею. Это лишь малая часть того, что я даю на курсе. На курсе, конечно же, больше практики. Мы нарисуем 3 вот таких красивых арта. Еще будут дополнительные уроки для других модулей. Сможет даже новичок, потому что у меня многие девчонки заходят на курс совершенно с нуля. Они не умеют рисовать, никогда не держали карандаш в руках. И потом создают такие красивые работы. Всем спасибо за просмотр. Если вы хотите научиться рисовать такие крутые арты, то переходите ко мне в Инстаграм и пишите, что хотите попасть на курс. Я расскажу все условия.